Есть у нас на садоводстве Надежда Яковлевна, которая стращает всех людей тем, что придут и отрежут свет. Если вдруг они откажутся поменять пломбы, пудрит мозги народу о том, чтоб ТНС Кубань поменяла пломбы. Но это будет за определенную плату, конечно. И сидит ТНС на столбе и рубит деньги. Ваш армавир. Меня интересует то, что вы у людей нарушаете договора. Вы нарушаете уберите у людей телефон. Договора. Вызывайте наряд милиции. Вызывайте наряд милиции. Мозги мне не делайте. Вы в тот раз не делали. Вызывайте наряд милиции. Пускай потому приезжает. Что вы обманываете вызывайте наряд людей. Милиции. Пожалуйста. Правильно он говорит. Вызывайте наряд милиции. И уберите фотоаппарат. Да? Вызывайте. Я говорю, вызывайте. Для того, чтобы сделать перепломбировку, надо было поменять или прибор учета, или закончилось, чтобы поверка счетчика. Только тогда может человек сам вызвать ТНС Кубань, чтобы они сделали перепломбировку по АО ТНС, по заявлению абонента, а не по ихнему желанию ТНС о Кубани. Да. Это главное это. Ой, ну сколько звуков, сколько наклепников. Да. Я только так могу понимать. Конечно. Я его сейчас разобью. Попробуйте. Разобью. А почему вы меня угрожаете? Вы спросили у меня разрешение. А вы на нашей земле. Вы представились мне. Я спрашиваю. Вы на нашей земле. Уж в третий раз в субботу приезжает данный мужчинка после Надюшкиных запугиваний всех садоводов, что отрежем провода, будете без света сидеть, если не поменяете перепломбировку. И люди соглашаются делать другие пломбы. Для чего это делает ТНС? Света не делают для того, что они хотят какие-то волшебные, сказочные потери. Потеряли они тут. Вата электроэнергии. Итак, первое. Себестоимость генерации, в которую входит стоимость непосредственно топлива, углеводородов, а также генерирующего оборудования, включая его амортизацию, ремонт, обслуживание. Второе. Прибыль генерирующей компании. Конечно, никто в нашей стране не работает бесплатно, но в случае с монополистами государство регулирует эту цифру законодательно. Третье. Стоимость транспортировки электроэнергии. И вот тут у нас прибыль сетевой компании. От этого нам тоже никуда не уйти. Ну и последнее. Тариф учитывает потери при транспортировке. Да, за то электричество, которое поглощает законы физики, тоже платит потребитель. В общем, ТНС Энерго заботится о вас. Правда, многие уже заметили, что рекомендуемый платеж превышает фактические расходы. Остров развлечений нас каждый день, каждый час превращает славненьких баранов и овец. Мистер Спрус, который год без забот, без хлопот извлекает нашу здесь энергию сердец. Из великой праздности разные разности фрукты, хлеб и овощи делают тут. А из нашей радости всякие сладости на подземных фабриках тайно пекут. Развлекайся все сильней, веселись, ешь да пей, и не думай ни о чем, и даже о себе. И тогда в конце концов остров наш дураков говорит тебя заставит только медобед. И по склонам, по горам, здесь и там, тут и там будешь бегать, позабыв, кто ты такой. Позабыв отца и мать, будешь травку щипать и лишь изредка глядеть в небо с тоской. Развлекайся все сильней, веселись, ешь да пей, и не думай вообще ты больше никогда. И тогда в конце концов остров наш дураков сделает тебя бараном раз навсегда. Будем бегать! Всех нас сгубит веселый остров дураков.